13 спортсменов национальной олимпийской сборной – атлеты команды внутренних войск. Среди них именитые Елена Хрусталева, Алексей Полторанин и Денис Тен. Военнослужащие и школьники сегодня приняли участие в республиканской акции «Быргежинске». Главная ее цель, по словам организаторов, – поддержка казахстанской сборной, которая отстаивает спортивную честь страны на 22-х зимних олимпийских играх в Сочи, а также пропаганда здорового образа жизни. Чтобы достичь такой великой цели, как вечный народ, Мәңгілік ел, нам надо сейчас в основе своей поднимать дух патриотизма среди нашего народа, именно среди многонационального народа нашего Казахстана. И вот проведение сегодняшней патриотической акции, это есть одно из мероприятий для того, чтобы поднять в первую очередь дух патриотизма среди личного состава офицеров, контрактников, внутренних войск, а также среди подрастающего поколения.